А сегодня другой хулиганский поступок на некоторое время парализовал движение на серой ветке московского метро. Трое молодых людей проникли в тоннель. Выходящих оттуда нарушителей заметила дежурная по станции Чеховская. Срочно было отключено напряжение контактной сети. В результате встали все поезда на участке Церпуховской до Савеловской. По некоторым данным, речь идет о так называемых зацеперах, которые ехали на крыше вагона. Как сообщили в пресс-службе метрополитена, двоих нарушителей задержали.